Девочки, вот мы провязали с вами росточек по попе, да? И после росточка, вот от этой вот точечки, не вот от этой, а вот от этой, вверх я еще провязываю лицевой гладью, смотрите, 5,5 сантиметров вверх провязала. Провязала по кругу 5,5 сантиметров. Перешла на спицы 3,25. Штанишки мы вязали 3,75. Вот здесь полотно. Резиночку 2 на 2 я провязала на 3,25. Затем вот снова ряд, видите, я перешла на спицы 3,75. Разделила пополам. Вот. Ровно пополам. У меня по кругу 124 петли. Значит, 62 в передняя часть и 62 задняя часть. Вот маркировочки отделяют пополам полотно. Затем по боковой стороне я взяла, вот смотрите, девочки, 6 и вот здесь 6 петель. Отметила вот от нашего бока, как мы разделили, 6 петель в эту сторону, 6 петель в эту сторону. И это вот боковая часть, мы ее будем закрывать. Затем вот эти 6 еще петель отделила. И также вот с этой стороны, здесь 6 и 6 мы закроем. Вот эти же 6 петель мы будем вязать как платочной вязкой. То есть лицевая будет у нас на лицевой стороне и лицевая вязаться на изнаночной стороне. Вот на этих штанишках я вам показываю. Вот видите, мы закрыли. Вот будем мы закрывать с вами. Вот 6 и 6. 12 петель. Мы их закроем. Вот это боковая часть. Потом 6 петель мы будем вязать. Вот она, платочная вязка. Видите, с этой стороны. И будем вязать середину лицевые. Через ряд в лицевых рядах мы с вами будем вот здесь сейчас закрывать по 2 петли вместе. Начнем вязать со спинки. Свяжем спинку полностью, а затем только перейдем к переду. Видите, у нас перед ниже, вот спинка у нас выше, вон насколько выше, а перед ниже. Итак, давайте начнем, приступим к вязанию. Вот это у меня спинка. Переходим на... переднюю часть. Девочки, вот смотрите, вот здесь я разделила. Теперь я вернусь вот сюда, вот на эти вот 6 моих петелек, и я их закрою сразу, вот 12 петелек полностью. Затем провяжу вот переднюю часть. Здесь закроем вот эти петельки и будем вывязывать с вами спинку. А уже потом будем вот здесь привязывать на новую как бы ниточку, да, и будем вязать уже тогда по передней стороне. Смотрите, снимаем петельки наши. Так. Убираем маркер и считаем. У нас должно быть сейчас вот здесь 12 петелек. Так, сейчас я чуть-чуть увеличу. Вот так, наверное, будет виднее, да? Считаем, девочки. 3, 6, 9. 10, 12. Вот эти петли мы с вами закрываем.
вяжем изнаночная, еще одна изнаночная, перекидываем. Перебросили. Лицевая, перекидываем. Лицевая, перекидываем. Снова изнаночная. Вот 12 петель. Закрываем. Вот таким вот образом. Девочки, вот я закрыла. Вот эта вот петелька крайняя. Снимаем здесь маркерочек. И мы провяжем еще одну петельку изнаночная. И перекидываем вот эту петлю. Все, у нас здесь получается вот 6 петелек. Это передняя часть. Я ее сейчас провязываю здесь лицевыми. Вяжем весь, вся передняя часть провязывается. 6. Перекидываем наш маркер. И здесь идем лицевыми. Тут засвечивается так, что плохо видно, что ли, или вот так вот. Так, вот я прошла переднюю часть лицевыми петельками. Смотрите, девчата, дошла вот до первого маркера, да? Мы его перекидываем, провязываем наши вот эти 6 петелек тоже лицевыми. Это относится у нас к передней части. Вот, провязали. А следующие мы будем с вами закрывать. Вот эти, вот смотрите, 3, 6. И здесь 3, 6. Вот эти 12 петелек мы снова закрываем. Вяжем лицевая, вторая лицевая. Перекидываем. Вот это теперь можно маркерочек убрать. Он нам не нужен. Снова лицевая. Закрываем. Лицевая. Вот эти 12 петелек закрываем. Перекинули. Маркер снимаем. Мне сегодня что-то вообще неудобно вязать. Вот, девочки, я закрыла. Вот 12-я петелька. Нам ее надо будет тоже сейчас провязать. Вот с этой вот петлей. Вот 6-я, которая петелька. Вот закрываем. И у нас здесь получается 6 петель. Вот 3, 4, 5. И вот она 6-я. Вяжем их теперь лицевыми. Перекидываем наш маркер. И мы уже с вами будем вязать вот по спинке. Вот у нас росток идет. Это у нас как бы со сторона спинки. Вяжем все пока лицевыми. Ой. Так, не надо торопиться тут. Сейчас. А по краям 6 петель с той стороны мы будем провязывать и на лицевой, и на изнаночной. Лицевыми петельками. Серединку будем вязать на лицевой стороне лицевые, на изнаночной изнаночной. То есть лицевой гладью будет. Сейчас все покажу. И как. И будем вязать уже там немножко самостоятельно.
Вот, доходим до маркера, перекидываем наш маркер, и вот эти 6 петелек за переднюю стеночку вяжем всегда лицевыми петельками. Последнюю вяжем изнаночной петлей. Поворачиваем наше вязание. Ниточки еще. Первую петельку мы снимаем всегда и вяжем 5 петель лицевыми за переднюю стеночку. Теперь до это изнаночная сторона, до следующего вот маркера, вот 6 петелек наших, да, мы вяжем изнаночные петельки, так как это изнаночная сторона. Вяжем, девчонки, вот так. Провязываем. Вот, дошла до маркера. Маркер перекидываем. И 6 петелек вяжем лицевой за переднюю стеночку. И последнюю вяжем изнаночной. Ну, как бы кромочной. Вот она. Ее вяжем всегда изнаночной петлей. Поворачиваем на лицевую сторону. Сейчас, девочки. Так. Сейчас камеру как-то по-другому надо поставить. Девочки, второй ряд по лицевой стороне. Первую мы снимаем. Вяжем 5 лицевых за переднюю стеночку. И будем в четных рядах сделать вот здесь вот убавочки. Вот 2 петли мы провяжем с вами вместе с наклоном влево. Здесь не надо поворачивать никакие петельки. Вот мы их провязали. Видите? Вот. Что-то никак не хочет быть фокуса. Нету. 2 вместе с наклоном влево. Теперь мы вяжем лицевые. И 2 перед маркером мы провяжем вместе с наклоном вправо. Буду помедленнее. Что-то фокус сегодня никак. Сейчас я посмотрю, что с телефоном. Этот ряд провяжем. Все петельки у нас тут лицевые. Здесь я вяжу, видите, бабушкиными поворотные ряды. И я просто бабушкиными петельками и вяжу. Вот, доходим до маркера. У нас остается вот 2 петли перед маркером. Мы их берем, девчата, переворачиваем вот так за низ, раз, развернули, да, одна вот петля и вторая. И теперь за переднюю как бы стеночку мы их провязываем лицевой, 2 вместе. Все, повернули, видите, петельку, перекидываем наш маркер и за переднюю стенку лицевыми вяжем. 5, 6 изнаночную. Переворачиваем на изнаночную сторону. Провязываем здесь 6, первую снимаем 5 лицевой за переднюю стенку. Изнаночные до маркера. Здесь опять же 5 лицевые за переднюю стенку. И 1 изнаночная, как бы кромочная. Вяжем самостоятельно этот ряд. Вот вроде бы сделала я фокус. Снимаем, девочки, по изнаночной стороне. Первую снимаем. Вяжем 5
за переднюю стеночку. Перекидываем мастер и вяжем изнаночные до следующего маркера. Вяжем изнаночную сторону. Девочки, следующий ряд, вот сейчас будем провязывать, вот здесь мы убавки делать не будем. Мы их будем делать, вот эти убавочки, через один ряд. Ряд сделали убавки, ряд провяжем без убавок. Вот этот ряд мы просто провязываем 6 наших петелек платочной вязкой. До маркера вяжем лицевой вязкой. Видите, я не сделала убавочку. Вот этот ряд. И изнаночный по рисунку провязываем. То есть 6 лицевых будет у нас. И центральные петельки изнаночные. Вот провяжем и встречаемся уже в начале следующего ряда. Так, следующий ряд будем делать убавки. Вот сейчас я вам еще раз покажу. И потом я провяжу высоту и вам покажу, как дальше делать. Здесь 2 провязываем вместе с наклоном влево. Нам поворачивать их не нужно. Вот повернулись они. Вяжем лицевые. И 2 петельки там развернем. Так, вяжем лицевые. Так, вот я провязала. Вот эти 2 петли мы разворачиваем, девочки, их вот так, таким образом развернули. И провязываем вместе с наклоном вправо. Вот, все, провязали. Ну, и наши 6 петелек платочной вязкой. Вот таким образом будем вязать вверх. Я провяжу сейчас, и потом к вам подключусь и покажу. Через ряд вот здесь я буду делать убавочки. Через ряд. Так, я провязала. Смотрите, сколько. Вот по дорожечкам я вам посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 дорожек у меня получилось, видите? Значит, 30 рядов. Вот 2 раза я пропускала просто без убавок, ну, убавки пропускала. Вот получается такая как бы дорожка. Теперь мне нужно будет вязать все полностью лицевыми и на лицевой стороне, и на изнаночной, чтобы вот таких дорожек получилось, ну, 3-4 можно дорожки. Поэтому сейчас будем вязать с вами за переднюю стенку. Вот. Здесь уже будем цеплять вот за переднюю стеночку. И на изнаночной стороне то же самое. Лицевые петельки. Провязываем так, чтобы у нас было... Ну, это на ваше усмотрение. Кто хочет 3 дорожки, 4, можете и 5 провязать. Я сейчас провяжу и вам покажу. Медленно набираю.
Последний вяжем изнаночный. Поворачиваем наши штанишки на лицевую, ой, на изнаночную, девочки, сторону. И тоже вяжем все лицевыми петельками. Провязываем сейчас самостоятельно. Я провяжу и подключусь к вам. Ну вот, мои хорошие, смотрите, я сделала 1, 2, 3. И вот в четвертой дорожке мы будем сейчас закрывать вот эти средние петельки. Эти вот петельки по 6, они у нас пойдут на нашу бретельку. Вот я вам покажу. Вот, видите, средние закрыли, а бретельку вот вывязали и сделаем дырочку под пуговку. Я вам сейчас покажу, как это делается. Вторую бретельку вы сами свяжете уже самостоятельно. 3, 4, 5. Вот наши 6 петелек, мы их сняли. Затем вот эти закрываем. 1 провязываем, 2 и делаем закрытие. Закрываем. Так, нет, наверное, вот так я наклоню, чтобы было видно. Я буду делать прям вот медленно, девочки. Вот. Закрываем до наших 6 петелек. Так, и последнюю сейчас петельку. Снимаем здесь уже маркер, он нам больше не нужен. И вот смотрите, что у нас с вами осталось. Видите, здесь 5, вот она, 6-я петля. Провязываем до конца. Поворачиваем наше вязание. Вот центральные, вот они, петельки, мы их закрыли. Теперь мы вяжем с вами вот здесь бретельку. Снимаем первую. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем изнаночной. Вот таким образом будем вязать на нужную нам длину. Первую снимаем. 4 и 5. Я сейчас провяжу и вам покажу, дойду до своей длины и покажу, как делать дырочку под петельку. Вот я провязала себе, значит, сейчас я вам посчитаю. Я добавила, девочки, вот здесь не 6 у меня, а еще 1 петлю добавила. Чуть-чуть ее сделала пошире, планочку. Сколько ребрышек? Вот посчитаем.
Вот от этого закрытия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 13, 16, 17, 18. В 19 я буду делать теперь вот петельку нашу. У нас, значит, 7. Первую снимаю. Вторую провязываю. Третью провязываю. И четвертую провязываю, да? Вот здесь 3, здесь 3. Пятую провязываем. Вот эту петельку снимаем. Видите, здесь получается, вот у нас дырочка будет. Вот. И еще раз. Так, девочки, вот тут вот ниточка одна не прошла. Расслаивается пряжа. Когда торопишься, видите, тоже расслоилась. Чтобы каждую ниточку надо подцепить. Поворачиваем теперь на другую сторону. И вяжем вот на этой стороне. Видите, вот здесь у нас одна пропущена петля. Первую сняли. Раз, два. Накидываем вот так вот пропущенную нашу петлю. Смотрите, раз, первую сняли, раз, два. Вот здесь мы закрыли одну петельку. Вот так перекручиваю, одеваю и подтягиваю. Вот мы добавили еще одну петельку. Поворачиваем вязание. Чтобы в камеру было видно. Снимаем, вяжем. Раз, два. Вот добавочная петля. Три, четыре, пять. И вот она шесть. Вот наши семь петелек. Видите, вот здесь получилась вот она, дырочка. Вот. Маленькая пуговка будет. Можете еще вязать, смотрите, как петельки вот для дырочек. Сейчас вам тоже покажу. Сейчас, девочки, подниму, чтобы все одинаково были петельки. Вот тоже одна не зацеплена. Первую вот снимаем. Одну провязываем, вторую провязываем. И нам надо закрыть, допустим, две петли, да? Вот здесь две будет, здесь у нас три. Вот. Берем вот эту. Раз, два, три, четыре. Пятая. Вот эту четвертую мы сбросим на пятую. И еще одну провяжем. И тоже ее закроем. Вот получается, мы две петли закрыли. Вот здесь у нас три петли. Две закрыли. И провязываем вот эту вот, девочки. Эти ниточка расслаивается. И сюда провязали. Вот 3 и 2 петли. 2 петельки мы закрыли. Теперь мы поворачиваем наше вязание. Конечно, тут уже все у меня перекручивается. Первую сняли, эту провязываем. Поворачиваем так петлю. Раз. Два, вот три, три и седьмая. Видите, добавили две. Ой, это изнаночная. Вот получилась дырочка.
Сейчас мы ее провяжем, и она у нас ослабнет немножко. Первую снимаем. Вот первая, вторая, третья. Тут сильно не затягиваю. Четвертая, пятая. И вот шестая, семь петелек. Вот наша дырочка получилась для пуговки. И провяжу еще прям буквально рядок другой, прежде чем закрыть. Ну, два рядочка это точно я провяжу. Вот. Поворачиваем опять наше вязание. И, девочки, будем сейчас закрывать первую петельку. Снимаем. Эту вторую провязываем. Сбрасываем вот так петельки. Закрываем. Последняя. Все. Теперь я ниточку обрезаю. Все. Хвостик мы с вами потом спрячем. Вот у нас получилась бретелья. Сейчас вам покажу, что вышло у нас. Ну вот, девчата, что у нас получилось. Вот такая вот спинка. Видите? Вот здесь бочка у нас закрытые. Вот они. И с этой стороны бочок закрытый. Это вот спинку вывязали. Бретелечку. Вторую бретельку мы будем вязать вот здесь. Привязываем ниточку рабочую и вяжем. Считаем, сколько вот здесь у нас дорожек. Все то же самое. Посчитали, провязали, сделали дырочку. Два рядочка провязали и закрыли. По передней части переворачиваем. Передняя часть вяжется то же самое. Почему заднюю первую вывязываем часть? Вот задняя часть у нас вывязана. Теперь здесь будем вязать. 6 будет тоже дорожки вывязываться. То есть на лицевой, на изнаночной вяжем всегда лицевыми петлями за переднюю стеночку. Здесь же в лицевых рядах лицевые, в изнаночных, изнаночные. Через один ряд в лицевых рядах убавляем после вот маркера 2 петельки с наклоном влево, 2 петельки с наклоном вправо. И вяжем вверх на синеньких. Сейчас вам пока... Ой, простите. Вот, девчата, задела немножко штатив. Простите уж меня. И вяжем вот переднюю часть, все то же самое. Только смотрите, видите, насколько выше задняя часть. Вы можете вязать вот так. Можете вообще на одном уровне связать. Понимаете? Это все зависит от вашего, опять же, фантазии и вкуса. Я буду вязать спинку повыше, перед пониже. Я думаю, эту часть вы самостоятельно провяжете. Я свою часть провяжу и уже вам покажу то, что получается. Вот. Встретимся уже в другой части с вами, когда я вывяжу переднюю часть и вывяжу вторую бретельку. Вот.
я буду вязать переднюю часть вот ниже, буквально вот на, ну вот до сюда. У меня дорожки вот здесь закончатся. И вот так будут закрываться. Это вот наше плечико. Вот оно. Понимаете? Все, девочки, встречаемся в следующей части. Девочки, вот я провязала переднюю часть штанишек, видите? Привязала уже, пришила, вернее, пуговки. Вот так выглядит с изнаночной стороны. И вот так с лицевой. Пришила вот значок handmade, ну, ручное вязание. И вот так вот у меня выглядит спинка. Вот по спинке 10,5 до резиночки сантиметров. А по переду, вы видите, ниже насколько перед у меня. Вот. Перед, девочки, тоже 10, вот 10,5. А здесь что-то я не поняла. А здесь 11. Вот, 11 сантиметров. Ну да, выше, спинка выше. Я вам сейчас скажу, здесь 10,5, вот он идет размер. Скажу вам размеры. Вот здесь вот планочка, размер 14 сантиметров. По спинке вот вверх 13. Резиночка сама на пояске 5 сантиметров. От резиночки до ластовицы 21 сантиметр. И от резиночки ножки до манжетика 42 сантиметра. Вот, вот от этого вот места до вот этого 42. Если будем брать с вами вот от бретельки, вот полностью от бретельки, то получится у нас с вами 57 сантиметров. 57. И тут манжетик, резинка, сколько? 6 сантиметров, девчата, 6. Ножка, обхват ножки 11 сантиметров. Обхват вот в попочке, ширина, вернее сказать, 25 сантиметров. Ну и высота от лямочки до резиночки. Вот от лямочки. И вот давайте вот так с резиночкой. Вот. То есть вот эта ж талия, на талии у нас резиночка. 20 сантиметров, девочки. На штанишки ушло всего 134 грамма. Сейчас покажу вам, как они сидят на ребенке. Посмотрите. И на этом все, девчата. Вяжите, только самое главное, вяжите. Пропряжу все в первой части. Я оставлю ссылочку на первую часть. Сейчас покажу, как сидят на ребенке штанишки. Девочки, вот так вот на Никите смотрится. Смотрите, вот так вот со стороны спинки. Здесь вывязан росточек. Поэтому, когда вот ребенок садится, попу вот здесь тянуть абсолютно ничего не будет. Вот так, смотрите. Ну, тут у нас такой воротничок, вот я подниму. Вот так вот выглядит ребенок в этих штанишках. Штанишки, я уже говорила, состав классные. Вообще, очень приятная ниточка, девочки. Очень-очень-очень. Даже, знаете, вот она гипераллергенная.
ребенок будет чувствовать себя в таких штанишках очень-очень комфортно. Вяжите, девочки, вяжите с удовольствием вам всем ровных петелек. Кому понравился мастер-класс, ставьте лайки, пишите комментарии. Кому что-то непонятно, пишите в комментариях вопросы, я всем-всем отвечу. Ну, а на этом все. Всем пока-пока. С вами был канал Татьяна Беликова. До новых встреч!